Я хочу вам показать, как американцы помогают людям, которые нуждаются. Специально созданы вот такие ящики, в которых люди сдают свои вещи, чтобы помочь бедным и тем, кто приехал недавно в страну, кто нуждается в вещах. Пожалуйста, люди сюда сдают, и я только что сдал вещи, которые уже не нужны, они должны быть чистые. И для того, чтобы люди могли пользоваться, мы помогаем, мы живем, работаем, зарабатываем и помогаем, делаем donation. Это называется donation. Помогаем тем, кто нуждается в этом. Вот так живут американцы, они привыкли к этому, зарабатывать, работать и помогать другим. Сегодня 31 декабря. Уже вторая половина дня. Это Market Basket Plaza наша, где люди покупают продукты и готовятся встретить достойно Новый год. Видите, полностью паркинг лот полностью занят. Люди покупают, готовятся достойно встретить Новый год. Вот в этот магазинчик мы идем. Я хочу посмотреть водочку свою дорогую. И вообще сделать небольшой экскурс по этому магазину, если мне там разрешат. Такой магазинчик, большой выбор вин, спиртных напитков. Ну, я иду в отдел. В отдел водки. Это то, что меня сейчас больше интересует. Это водочка. Так, где наша водочка? Вот, пожалуйста, Смирнов. Смирнов. Я не очень хочу Смирнов. Я люблю другую водочку. Сейчас мы посмотрим столичная. Столичная тоже. Вот, Абсолют. Абсолют. Вот видите размеры Абсолюта, какую мы возьмем сегодня. Или мы посмотрим Грейгус. Что у нас больше? Грейгус, да? Нет, Грейгус я не возьму. Я буду верен своему вкусу. Возьму нашу любимую Абсолют. Также мне нравится Калу. А где Калу у нас? А вот это в этом отделе Кало очень хорошо с кофейком. Она очень приятная. Поэтому я возьму еще, наверное, и Калу вот эту. Так, я не думаю, что я кого-то удивлю ассортиментом. Я думаю, у вас тоже ассортимент водки не хуже, а может быть и лучше. Просто хочу сказать, что здесь спиртные со всего мира. Вот и наши российские, и украинские. Все здесь есть на любой вкус и на любой цвет. Пожалуйста, выбирайте джины и все, что хотите, коньяки. Также надо подумать о шампанском, потому что Новый год. И, естественно, хотелось бы шампанского, но я не вижу здесь российского, советского шампанского. Ну что ж, придется тогда идти в русский магазин, там наверняка есть. Поэтому мы находимся рядом с ликерным магазином. Я уже приобрел ликер, который мне нужен, конечно же, водочку. И сейчас собираюсь идти домой, достойно встречать Новый год. Я хочу показать вам этот город Сейлем, в районе, где живу я. Это в нашем районе. Такие большие дома, это субсидальные дома, где живут люди, и русские тоже, конечно, здесь живут, но живут люди с небольшим доходом, и государство дает субсидии, помогает людям. То есть люди платят 30% от своего заработка, или пенсионеры, то они платят 240 где-то долларов приблизительно.
Это их паркинг-лот, где стоят машины. Очень все оборудовано, все удобно. Вот так живут наши люди в Америке. Вот находится вот этот комплекс, о котором я говорил вам выше, где живут люди, есть субсидальные программы. Вот здесь останавливается автобус, берет детей и везет в школу, привозит детей обратно со школы. Здесь все предусмотрено, все интересно, все продумано, чтобы было удобно для людей жить в таких вот домах, в таком вот районе. У нас спокойный, тихий район, город Сейлем. Ну, в принципе, вот и такое мое короткое обозрение. 31 декабря 2015 года вышел просто в магазин купить кое-какие продукты и, естественно, выпивку. Всего хорошего. Всех поздравляю с новым, наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год принес нам здоровья, удачу и мир. Всего хорошего. До свидания. Ну что ж, хотя бы Новый год мы встретим со снегом. Выпал наш снежок, я думаю, он скоро растает, но все равно наши дети, соседские дети уже сделали такую мини-бабку, или как это можно, снеговика. Всего вам хорошего, с наступающим Новым годом!